Уважаемые депутаты и приглашенные, местное самоуправление – одна из форм народовластия в современной России. На сегодняшний день в Российской Федерации продолжается формирование правовой базы для осуществления местного самоуправления, совершенствуя их полномочия по решению вопросов местного значения. В системе органов местного самоуправления представительному органу Совету отводится своя роль, поскольку именно он непосредственно выражает волю всего населения муниципального образования, принимает от его имени решения, действующие на территории муниципального образования. Одной из обязанностей председателя Совета является представление отчета представителя органа избирателям. Прошел очередной год работы в Совете городского округа. Представляю вам информацию об итогах этой работы за 2016 год и о приоритетных задачах, которые стоят перед депутатским корпусом в 2017 году. Важнейшим политическим событием 2016 года были выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Совета городского округа город Кумертау нашей республики, в которых депутаты Совета принимали непосредственное участие, проводя разъяснительную агитационную работу в своих избирательных кругах трудовых коллективов, помогая избирателям формировать и проявлять свою гражданскую активную жизненную позицию в этом важном общественно-политическом событии. 18 сентября 2016 года состоялись выборы депутатов Совета городского округа город Кумертау 4-го созыва. В городском округе избран многопартийный совет депутатов. Впервые в состав Совета городского округа вошли представители от партии КПРФ, Патриоты России, Российская экологическая партия «Зеленые». Из 20 мест в городском парламенте 11 заняли представители от партии «Единая Россия», 3 ЛДПР, 2 КПРФ и по одному от партии «Патриоты России» и Российской экологической партии «Зеленые», 2 самовыдвиженца. Безусловно, Совет меняется с каждым созывом. Депутатский корпус 4-го созыва обновился на 55%. Из 20 депутатов 11 человек впервые получили статус депутата. Отрадно, что в полтора раза по сравнению с прошлым созывом увеличилось количество женщин-депутатов. Совет городского округа омолодился в среднем на 5 лет по сравнению с прошлым созывом. Высшее образование имеет 18 депутатов, среднее – двое. Один депутат имеет ученую степень, 3 депутата имеют по 2 и более высших образований. Среди избранных депутатов представлены работники различных сфер деятельности. Это в промышленности трое, в строительстве трое, в транспорте один человек, ЖКХ трое, здравоохранение один, образование четверо, в системе молодежной политики и спорта двое, средств массовой информации один, в системе социальной защиты населения один, пенсионер один. В бюджетной сфере работают 10 депутатов, 55% депутатов являются руководителями. В структуре Совета 4-го созыва, так же как и в предыдущих созывах, образованы и действуют 4 постоянных профильных комиссии и комиссия по соблюдению регламента Совета, статусу и этике депутата. В Совете 4-го созыва зарегистрировано только одно депутатское объединение, это фракция партии «Единая Россия». В ее состав входит 13 депутатов, избранных по партийным спискам и одномандатным округам. Уважаемые коллеги, деятельность Совета в первую очередь была направлена на решение первоочередных задач, поставленных в ежегодном послании главы Республики Башкортостан Государственному собранию Курултая Республики Башкортостан, на улучшение качества жизни людей, развитие основных отраслей деятельности, поддержку предпринимательства, на дальнейшее экономическое развитие города, его обустройство, развитие комплексной сети услуг населения, создание необходимых условий для увеличения комфортности проживания и отдыха в нем жителей. Именно в этих целях, этим процессом и была организована работа Совета депутатов и самих депутатов в избирательных округах. Были сохранены наработанные ранее методы и стиль работы депутатского корпуса. Одним из основных направлений деятельности представительного органа местного самоуправления в соответствии с законодательством является нормотворческая деятельность. Работа эта внешне не особо заметная, но очень вдумчивая, скрупулезная, требующая учета самых разнообразных, зачастую противоречивых точек зрения и интересов. Неразумно принятые акты или положения чаще всего оборачиваются экономическими или социальными потерями для всего города. Поэтому именно с этой работы я начну. В прошедшем году в Совет был внесен 101 проект решений, в том числе главой администрации в Совет был внесен 61 проект, председателем Совета 14, постоянными депутатскими комиссиями 9, депутатами Совета 17. Сложившаяся практика предварительного рассмотрения проектов, правовых актов до вынесения их на заседание Совета профильными комиссиями, прокуратурой, проведения юридической экспертизы положительно влияет на качество принимаемых муниципальных правовых актов. Все проекты нормативного характера, внесенные на рассмотрение Совета депутатов, направляются в прокуратуру города для предварительной оценки их соответствия законодательству и проведения антикоррупционной экспертизы. В 2016 году прокуратурой
города Кумертау было внесено 5 актов прокурорского реагирования в связи с этим. В результате их рассмотрения советом были внесены изменения в 2 муниципальных правовых акта. Считаю, что всем нам нужно построить свою работу так, чтобы свести к минимуму недоработки, влекущие за собой замечания прокуратуры города. Периодичность проведения заседаний совета установлена уставом не реже 1 раза в квартал. Но необходимость жизнедеятельности городского округа диктовала свои условия. В итоге совет в 2016 году провел 17 заседаний. На заседании совета обсуждаются самые разные вопросы, которые имеют прямое отношение к жителям нашего города. В 2016 году депутатами принято 93 решения, из них 40 нормативного характера, позволяющие решать вопросы местного значения в области экономики, благоустройства, налоговой и бюджетной политики, а также общие обязательные правила, действующие на всей территории городского округа. В связи с формированием в прошедшем году нового состава депутатов Совета, основную долю принятых решений, а это 39,8%, составили правовые акты по вопросам организации деятельности органов местного самоуправления. По вопросу налогов, установления и изменения размеров арендной платы принято 14% от общего числа принятых решений, 11,8% по вопросам распоряжения муниципальным имуществом. Количество принятых правовых актов по вопросу осуществления контроля за ходом выполнения ранее принятых решений Совета составило почти 13%. Равное количество решений было принято в прошлом году по вопросам благоустройства и вопросам строительства архитектуры по 3,2%. Вопросы в сфере культуры и образования составили 5,4%. Вопросы развития предпринимательства 2,2%. Вопросы правоохранительной деятельности 2,1%. Транспорта и связи 1%. Деятельность Совета городского округа проходила в тесном и конструктивном сотрудничестве с администрацией городского округа, прокуратурой, службами и организацией муниципального образования. Отчетный 2016 год прошел в условиях сложного финансового положения, вызванного кризисом в экономике. Особое внимание депутатами в прошедшем году уделялось социальному блоку вопросов, дальнейшему совершенствованию нормативно-правовой базы в рамках бюджетно-экономической политики, которая была направлена на повышение благосостояния жителей города, сохранение благоприятной социальной среды и экономической стабильности в городском округе. Безусловно, ключевыми вопросами, рассматриваемыми Советом, являются вопросы утверждения бюджета городского округа и отчета о его исполнении. В течение 2016 года бюджет городского округа корректировался 8 раз, в результате чего доходная часть бюджета выросла с 977 миллионов рублей до 1 миллиарда 288 миллионов рублей. Вносимые в него изменения были обусловлены фактическим поступлением налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов, а также необходимостью принятия решений социального характера путем перераспределения средств бюджета по отдельным направлениям затрат. Необходимо отметить большую роль Совета в создании нормативно-правовой базы, ориентированной на реализацию положений федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. В связи с этим в 2016 году выполнен большой объем работы по дальнейшему правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления на территории городского округа. Приняты нормативные акты в сфере благоустройства, положение об установке религиозных символов, в сфере транспортного обслуживания, положение об организации перевозок пассажиров, осуществляемых городским транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок, в сфере противодействия коррупции, положение о порядке сообщения отдельным категориям лиц о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которые приводят или может привести к конфликту интересов, а также порядок предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами Совета. Важная роль в полномочиях представительного органа отводится контрольным функциям, которые реализуются на его заседаниях в форме заслушивания отчетов, информации органов местного самоуправления и их должностных лиц. Цель контроля – определение степени эффективности действия правового акта, причин, затрудняющих его исполнение, а также необходимости принятия мер к обеспечению исполнения правового акта. Уставом предусмотрено, что к полномочиям администрации городского округа город Кумертау относится организация выполнения нормативных правовых актов, принятых Советом. С целью реализации этой функции в 2016 году регулярно заслушивались ответственные лица администрации с докладами о ходе реализации принятых Советом решений муниципальных программ. Советом были заслушаны предусмотрены законодательством ежегодные отчеты главы администрации, председателя совета, начальника отдела МВД по городу Кумертау. В целях проведения соответствия с изменениями действующего законодательства в 2016 году советом разработаны и внесены изменения в основополагающий нормативный акт, регулирующий деятельность муниципального образования, это устав муниципального образования. В исключительной компетенции совета находится вопрос определения порядка управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Советом принят прогнозный план программы приватизации муниципального имущества на 2016-2018 годы, что обусловлено необходимостью создания условий для развития рыночных отношений
и устойчивого экономического развития городского округа, а также увеличение поступлений в бюджет за счет средств от приватизации имущества, включенного в данный план. Уважаемые коллеги, хочу отметить, что депутаты Совета требовательно и активно подходят к обсуждению и принятию значимых для жителей города решений. Открыто участвуют в прениях, задают вопросы докладчикам, вносят свои предложения. Так, в 2016 году депутатами внесено 56 поправок к проектам решений, и только 5 из них были отклонены. Депутатский корпус не рассмотрел ни одного вопроса формально. Постоянно действующим рабочим органом Совета является Президиум. В прошлом году проведено 16 заседаний, рассмотрено 92 вопроса. Предметом обсуждения заседания Президиума были в основном вопросы, вносимые на рассмотрение Совета, формирование его повестки дня, рассмотрение ходатайств на награждение. Одним из основных направлений депутатской деятельности остается работа в составе постоянной депутатской комиссии. В результате их работы практически готовятся все вопросы, рассматриваемые Советом. Именно их активная деятельность является залогом проведения заседания Совета организованно, деловито, так как режим работы Совета, учитывая занятость депутатов, не позволяет нам работать по-другому порой. За отчетный период проведено 48 заседаний 4 постоянных депутатских комиссий. В практике организации работы был успешно продолжен опыт проведения совместных заседаний постоянных комиссий. За минувший год было проведено такое одно совместное заседание. В целом в 2016 году комиссиями рассмотрено 92 вопроса. Важнейшим направлением деятельности постоянной комиссии являлась работа с проектами правовых актов, внесенных в Совет для дальнейшего рассмотрения на заседании Совета, на предмет отсутствия у них противоречий с федеральным и региональным законодательством. Так, за 2016 год постоянной комиссии подготовлено 71 заключение на проекты муниципальных правовых актов, в том числе 35 заключений на проекты нормативного характера. Все проекты, вынесенные на Совет, получили поддержку благодаря тому, что основная часть возникших вопросов устранялась еще во время рассмотрения их на заседаниях постоянных комиссий. Документы дорабатывались с учетом предложений депутатов, и такая практика показывает свою эффективность. В 2016 году комиссии по бюджету, налогам и сборам было проведено 14 заседаний, рассмотрено 22 вопроса. Основная функция данной комиссии – рассмотрение бюджета, изменений и дополнений, вносимых в него, разработка нормативных правовых актов и подготовка решений Совета, связанных с бюджетным устройством и бюджетным процессом в городе. В 2016 году комиссия работала эффективно. Ее позиция, своевременность принятия решений, внесение вопросов в Совет сказались и на общих результатах по исполнению бюджета города. Активно в прошедшем году работала комиссия по вопросам собственности, использованию земель, природных ресурсов, аграрным вопросам, экологии, чрезвычайным ситуациям. Она провела 14 заседаний, рассмотрев 29 вопросов. Комиссии по социально-гуманитарным вопросам и охране правопорядка проведено 11 заседаний, на них рассмотрено 26 вопросов. В 2016 году большую активность по внесению проектов решений на рассмотрение Совета проявила именно эта комиссия. 3 проекта решения были подготовлены членами данной постоянной комиссии. Несмотря на небольшое количество заседаний, в отчетном году их было 9, комиссии по ЖКХ, промышленности, транспорту, торговле, предпринимательству рассмотрено 15 вопросов. В целом, анализируя работу постоянной депутатской комиссии, надо отметить, что текущие вопросы, возникающие и относящие к компетенции комиссии, выполнялись и рассматривались Советом своевременно. Проблем в городе по направлениям деятельности каждой комиссии достаточно, и их необходимо решать своевременно и постоянно. Надо проанализировать этот вопрос и сделать соответствующие выводы в пользу активизации работы комиссии. Я прошу председателя постоянной комиссии обсудить на ближайших заседаниях вопрос о работе комиссии, наметить конкретные мероприятия в ближайшее время и перспективу, составление соответствующего плана работы. Специфика местного самоуправления заключается в том, что без сознательного и непосредственного участия граждан в управлении жизнедеятельностью городского округа, без их инициативы и активной деятельности невозможно достигнуть реальных положительных результатов. Учитывая это обстоятельство, депутаты стремятся сделать нормотворчество прозрачным, максимально использовать на практике все определенные механизмы народовластия. В 2016 году был принят порядок общественного обсуждения проектов правовых актов, внесенных в Совет городского округа города Кумертау, затрагивающих права и свободы, обязанности человека и гражданина, права и обязанности юридических лиц. Целью принятия данного акта было создание правовых условий для активизации участия населения, осуществление муниципального нормотворчества, а также всестороннее изучение и рассмотрение различных точек зрения при принятии решения Совета. Можно отметить, что данный нормативный акт заработал. Так, в 2016 году от жителей города поступило 7 поправок к 2 проектам решений. Все поправки были внимательно проработаны на заседаниях постоянной депутатской комиссии и учтены в дальнейшем при принятии решений Совета.
Участие населения в обсуждении проектов правовых актов и иных вопросов на публичных слушаниях является еще одним документально упорядоченным способом взаимодействия представительной власти города с населением. В отчетном периоде было проведено 53 публичных слушания. В основном 66% публичных слушаний проводились по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. В 4 раза уменьшилось количество проведенных публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков. Важной формой деятельности депутатов является работа в избирательных округах. Каждый депутат ведет личный прием избирателей. Хочу отметить, что именно на этом уровне, в непосредственном контакте с избирателями, решаются не только личные вопросы граждан, но и выявляются общественно значимые проблемы. В то же время немаловажна практическая и консультационная помощь по решению насущных вопросов граждан. В 2016 году направление работы по организации приема населения депутатами продолжалось практически в том же режиме. Прием населения проводится ежедневно в кабинете аппарата совета по графику. Информация размещена на официальном сайте городского округа. В течение года депутаты проводили приемы не только в здании администрации, но и на рабочих местах, в общественных приемных политических партий. Стиль и методы работы с обращением граждан у нас сохранился. При поступлении обращения депутаты стараются непосредственно заняться решением данной проблемы. Обязательно посещение, проверка и изучение подлинности и остроты проблемы на месте. Это позволяет не только определять болевые точки конкретных домов, улиц, но и вырабатывать механизмы для их решения. Поступившая информация помогает депутатам в решении повседневных проблем на территории своих избирательных округов, позволяет владеть полной и объективной информацией о ситуации во всех сферах жизнедеятельности их избирательного округа. Результатом этой работы является изыскание возможностей положительного влияния и реального решения возникающих проблем жителей, обеспечение сбалансированности интересов различных групп населения муниципального образования и формирование доверия граждан к деятельности властных структур. Результативность этой работы такова. На приемах побывали 269 жителей нашего города. В совет помимо этого поступило 63 письменных обращения. Вопросы, понятно, очень разные и по проблематике, и по степени трудности решения. Из 352 обращений вопросы решены полностью только в 143 случаях. В 153 обращениях вопросы решены частично или либо даны разъяснения. По 24 обращениям гражданам даны отрицательные ответы. Большую часть обращений к депутатам удается решать благодаря активному содействию администрации нашего города. Совет постоянно стремится к формированию устойчивого интереса жителей города к принимаемым советам решениям. В целях оперативного и объективного информирования кумертауовцев о работе депутатского корпуса и принимаемых ими решениях информация о деятельности совета и о работе депутатов регулярно освещалась в средствах массовой информации, размещалась в интернете на официальном сайте городского округа город Кумертау. В целях повышения уровня информированности населения о деятельности депутатов совета в рамках проекта «Депутаты» на централизованном портале органов власти республики размещена информация о депутатах нашего города. На данном портале работает интернет-приемная. На личной странице депутатов размещена общая информация о депутатах, графиках приема, отчеты о работе в округе. Официальный сайт городского округа город Кумертау создан в соответствии с федеральным законом об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и является одним из источников обнародования принимаемых муниципальных правовых актов. На сайте указана информация о деятельности представительного органа, его компетенция, структура, график приема депутатов, новости и другая полезная информация. В соответствии с требованиями законодательства по регистрации муниципальных правовых актов в отчетном году советом осуществлялась работа по подготовке предоставления муниципальных правовых актов, принятых представительным органом для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Республики Башкортостан. Данная работа проводится в целях систематизации и учета муниципальных нормативных правовых актов, а также реализации конституционного права граждан на ознакомление с документами, непосредственно затрагивающими их права и свободы. За 2016 год Государственный комитет по делам юстиции Республики Башкортостан направлено 40 электронных и бумажных копий правовых актов Совета. На начало 2017 года всего из направленных правовых актов в Федеральном регистре размещено 399 муниципальных правовых актов Совета городского округа город Кумертау. Информационный банк системы «Консультант Плюс» содержит свыше 600 правовых актов Совета нашего округа. Несколько слов о депутатской дисциплине. Уважаемые коллеги, работа депутатского корпуса в целом ведется согласно графикам и носит конструктивный характер. Согласно регламенту Совета, присутствие на каждом заседании Совета является одной из основных обязанностей депутата. Средняя явка на заседание Совета составила 75%, это 15 депутатов.
Явка депутатов на заседании постоянной комиссии была чуть ниже и составила 60%. Благодарю всех, кто относится к своей работе серьезно, потому что только заинтересованность каждого народного избранника делает его работу результативной. Надеюсь, что мы сохраним в работе представительного органа высокий уровень дисциплины, конструктивный подход в решении вопросов и минимизируем порой необоснованное критиканство, отнимающее время от более детального рассмотрения действительно важных тем. В целом, деятельность Совета в течение отчетного периода показала, что направления работы были выбраны правильно, вниманием депутатов были охвачены основные проблемы в городе. Работа народных избранников, участие в различных встречах и мероприятиях дали депутатам возможность быть в курсе многих событий и дел, происходящих в городе, принимать участие в решении проблем жителей, самим активно участвовать в местном самоуправлении. В 2017 году нам предстоит закрепить все положительные тенденции года ушедшего. Это значит совершенствовать нормотворчество, которое способствует развитию ведущих отраслей города и, конечно, экономики, укреплять позиции социальной защищенности жителей нашего города, создавать нормативно-правовую базу для привлечения инвестиций в связи с присвоением городу статуса территории, опережающего социально-экономического развития. Основными направлениями нашей работы в 2017 году будут обеспечение реализации положений федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, совершенствование муниципальной нормативной базы, решение вопросов социальной политики, создание условий для экономического роста, решение задач деятельности ЖКХ, совершенствование осуществления контрольных функций, развитие общественно-гражданских инициатив. Конечно, пока далеко не все в нашей работе получается так, как хотелось бы нам. У нас есть недостатки, а значит, есть неиспользованные возможности по исполнению своих полномочий. Одной из важных наших общих задач, я вижу, в создании таких условий, чтобы каждый депутат, независимо от партийности, имел возможность реализовать свои идеи и свои проекты, те, которые вдохновили его на депутатскую деятельность. Хотелось бы, чтобы каждый имел возможность своими усилиями сделать что-то полезное для города, для своих горожан. И очень важно, чтобы все депутаты относились к работе коллег и исполнительной власти с должным уважением, понимая, что вся наша деятельность направлена на общий результат. Безусловно, в данном выступлении сказал лишь об основных делах, мероприятиях нашей работы, наиболее крупных и значимых. Однако мы понимаем, что депутатская деятельность предполагает каждодневную активную позицию на все протекающие в городе процессы. То правовое поле, которое необходимо для эффективной и созидательной деятельности в городе, для его стабильного социально-экономического развития, для благоприятного прохождения позитивных процессов во всех сферах городской жизни, для того, чтобы город поступательно и динамично увеличивал свое благосостояние, во многом определится и зависит от деятельности Совета, от конструктивности его решений. Уважаемые коллеги, подводя итоги работы за 2016 год, необходимо отметить, что Совет работал эффективно, вниманием депутатов были охвачены все основные направления развития городского округа, но предстоит сделать еще больше. 2017 год обещает быть не менее напряженным, наполненным новыми событиями, требующими от нас, депутатов, еще более ответственного инициативного подхода к своей деятельности. Мы должны продолжить работу по поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой базы городского округа, по информированию жителей о работе Совета, принимаемых решений, осуществлять личный прием избирателей, принимать активное участие в жизни города, делать все от нас зависящее, чтобы оправдать доверие наших избирателей. От активного участия каждого из нас зависит, как мы с этим справимся. В заключение хочу поблагодарить всех депутатов, которые, несмотря на занятость, находили время для работы в Совете, для общения с избирателями, искали и находили пути решения их проблем. Разрешите также поблагодарить главу администрации Беляева Бориса Владимировича, сотрудников администрации за совместную работу. Надеюсь, что эта работа будет впредь конструктивной, результативной. Спасибо за внимание.